Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, зайдем быстренько с тобой в магазин. Заберем копейщицу. Хотя, зачем она нам нужна, не знаю. Так, просто чтобы забрать. Ну что, и ежедневные испытания, что у нас там разыгрывается, давай посмотрим. Ползун, а ползун у нас есть, поэтому я не пойду. Тогда остается лишь одно, ребята. Проходить вот эти вот участки для того, чтобы прыгнуть в 141 телепорт. Обалдеть. 141. Ты представляешь, сколько пройдено уже? Ну что же, у нас территория нежити. Так, здесь у нас голем плюс банши. Окей, мы возьмем с тобой, наверное, знаешь что? А в принципе вот этот отряд, наверное, я и возьму. Да. Тут у нас с тобой есть самурай, который может, если что, прикрыть. Ну а самое главное, что у нас есть терракоша здесь. Блин, ну вот голем может раздавить спокойно нашего самурая. Так, 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 успеем. Если мы успеем сейчас вызвать. Давай, 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 давай. Упс. А теперь смотри, сейчас мы получим урон, ребята. Банша, она же кричит. Подожди, я не могу понять, она не пробивает, по-моему, да, ребята? Она не задевает. Слушай, ну это круто, если она сейчас не будет заморозка. Да, мы с тобой не получили повреждения по нашей сакуре, по нашему замку. Поэтому мы идем с тобой быстренько. Так. Ёлки-палки, я не завидую, ребята, здесь у нас два терракоши, ты понимаешь? Они размочат любого. Да, они идут медленно, но... Ихняя способность превращаться в камень. И они очень живучие. О, там еще и самурай у меня в истерику упал. В общем, все, что нужно, у нас есть. Поэтому, ребята, валим. Валим ему базу. Давай еще одного позовем. Правда, он 3 часа будет добираться. И первый поединок у нас вышел на отлично просто-напросто. Ну что же, мы с тобой двигаемся дальше. Кто у нас тут прибавится из противников? Давай глянем. Твою же дивизию. Прыгуна мне только здесь не хватало. Придется, наверное, вот этот отряд брать. С прыгуном, ребята, нельзя шутить. Потому что он может перепрыгнуть и плюс ко всему прочему впасть в ярость. И я думаю, что ты знаешь, что дает ярость именно прыгуну. Офигенный дамаг. Если ты еще не догадался. Так, ну что, мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Поможем нашему паладину. Так, 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 тихо, тихо. Сейчас выйдет прыгун. 100% тебе говорю. Надо же, не идет пока еще. А почему? Почему не идет прыгун? Он должен уже, ребят, появиться. Вот он, вот он. Голубчик. Тихо, 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 родной. Не спеши. Так, мы его сейчас здесь разберем. Так, тут у нас банши, голем. Так, монетку отдай только. Давай я вызову ураганчик. Так, тихо. Паладин, держись, родной. Я знаю, что тебе тяжело, но надо. Все, друзья мои. Еще одна победушка у нас в копилочке. И мы двигаемся с тобой дальше. А что мне тут в магазине светится, я не могу понять. За рекламу я не хочу смотреть, потому что это все есть... Здесь у нас что? Собрать все, сделать подарки всем. Друзья мои, вот после того, как я получил 100 уровень, да, у меня нету больше возможности забирать сундук. Он просто-напросто исчез куда-то. Поэтому это достижение уже как бы не актуально. Ладно, сейчас речь не об этом. У нас с тобой 3-я миссия. Йоу, просто а здесь когтистый. Ну, когтистый, да, это серьезный противник, будем честны. Довольно крепкий, он может воздушные цели, как говорится, задевать и наземные. Поэтому надо как-то, ребята, здесь сконцентрироваться хорошенечко, да? И главное не оплошать. Ё-моё, вот они вдвоем ушли. Так, я, наверное, не успею вызвать или успею. Так, я успел. Но сейчас будет жестко, ребята, они тут втроем, блин. Этот когтистый еще, но терракоша все-таки, извини меня... Довольно сильный персонаж. Ты смотри, он один справляется со всеми.
Плюс еще мы с тобой сделали ульту, которая замедляет противников, при этом наносит урон. Это наш терновый куст, шипы, так их назовем. Но смотри, как великолепно мы идем. Когтистый сам по себе, ну как бы, дамажит сильно, но именно по живучести он слабак. Поэтому все у нас тут хорошо. Так, давай, наверное, еще так сделаем. И шипы. Все, друзья мои, мы промяли нашего противника. Сейчас дойдем до базы и просто ее расфигачим к ядрене фени. Это я тебе точно говорю. О, еще и ураганчик выпал. Найс. Давай, 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 бомбим, бомбим. Все. Победа за нами. Слушай, довольно легко и хорошо идем. Так, давай смотреть, кто у нас дальше. Против нас пойдет... Ага, прыгун. Так, это у нас служитель тьмы. Слушай, а у него нехилый дамаг. 30 тысяч. Самый сильный дамаг это именно у служителя тьмы. То есть ты представляешь, да, он наносит урон и весь этот урон перекочевывает в жизнь для своих юнитов. Он как вампир. Только не себе жизнь пополняет, а союзникам. Окей. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, 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 прыгун. Дай я это. Ну-ка. В ярость, и хорошо, что он у меня в камень превратился, прикинь. Он всю свою ярость в каменного терракошу спустил. Вот это нам фартануло, друзья мои. На самом деле это фарт. Вот по-другому не скажешь. Я могу, в принципе, знаешь, что сделать сейчас назло? Позвать дедулю. Если дедуля выйдет, то все. Им всем хана будет. Я, пожалуй, так и сделаю. Я, пожалуй, так и сделаю. Так, он застрял. Мы его тут забомбим. Прыгуна этого. И дедушка пошел. Дедушка пошел. А этот, смотри, этот хиляет. Ну, пытается отхилять. Но у него ничего не получается. И мы его сейчас, наверное, завалим здесь. Смотри. На. У деда массовая атака, ребят. Поэтому он бьет в одну точку. Наносит повреждения абсолютно всем. Так, ну... Да все, тут уже бесполезно сопротивляться. Тут мы просто его задавим. Массы. Посмотри, сколько у нас солдат идет. И что он тут? Ничего, конечно же, не сделает. Все, друзья мои, поздравляю нас. И мы переходим на последний с тобой поединок. Сюда я возьму, наверное, наш супер-пупер бравый отряд. Но я просто не хочу рисковать, ребята. Вот он. Поехали. Сразу делаем прокачку. Моментально просто ей занимаемся. До 500-очки, если догоняем, это уже хорошо. Так, 400. 500. Ну вот, смотри, идут, да, бедолаги. Ого, когтистый. Начну, пожалуй-ка, я вот так. Начну именно с нашего мага-воина. Плюс я вызову сюда прыгуна. Ай-яй-яй, прыгун, что ж ты так, а? Тогда придется ульту применить. Окей. Ага, вон оно что. Он не успел, к сожалению. Не успел, хотел было, но не получилось у него. Двоих, представляешь, сразу же она уничтожила двоих. Ну и все. Сейчас эта армия подойдет и мы разнесем просто в замок. В хлопья. Ох, ёпарас, это дед вышел, прикинь. Дед, давай, вали его. Все. Мой Ронин завалил и старого воина. Ну и сам замок. Ну что же, я поздравляю нас с первой проходочкой. Мы забираем с тобой награду. И здесь нам выпадает зомби. Зомби с надгробием. Ну и, конечно же, монетки. Ну что же, долина подданных. Здесь, я думаю, мы сможем, наверное, еще вот этот отряд отыграть. В принципе, да. Я должен успеть вызвать самурая, да? Он задержит этого маленького рыцаря. Надеюсь. Успеем? Давай-д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 авай. Есть контакт, успели. Ну и все. Блин, он еще одного позвал. Так. Ну, он справится, самурай должен справиться здесь пока.
А вот с паладином уже будет похуже, друзья мои. Тут уже нам понадобится кто? Естественно, наш Терракоша. Блин, ну они сейчас армию ту свою наплодят. Так, если честно, во, корни. Ну вот, совсем другое дело. Теперь я вызову тыквоголового. Ну ты посмотри, как красиво тут все идет, а? Так, он вызвал еще одного паладина. А мы вызовем с тобой еще одного Терракошу. Да и, по-моему, пора дедулю вызывать нашего, да? Старого воина. Хотя, возможно, и не понадобится. Да. Ты посмотри, что творится. Ты просто полюбуйся. Мы просто сейчас разнесем там в хламину все. Нет, шансов у него нету. И деда еще позвал. Ну, это так, для подстраховки. Ну, мало ли, что-то пойдет не так. Хотя, знаешь, я сомневаюсь, что здесь что-то пойдет не так. Ну что, друзья мои, идем с вами на вторую территорию. И здесь прибавляется копейщица. Думаю, мы здесь ничего с тобой не проиграем и не потеряем, если оставим этот же отряд. Кстати, после того, как я сюда взял Терракошу, этот отряд преобразился новыми красками. Потому что, ну, практически неубиваемый он стал у меня. Я думаю, ты это заметил. Опачки. Вот как он делает. Оу. Так, ну здесь, ребята, заявочка уже серьезная. Так, мне что надо? Блин, она же может оттолкнуть. Копейщица. Об этом не стоит забывать. Вот так вот мы с тобой сделаем. Видишь, что она делает? Она отталкивает наших юнитов. И тем самым может пробить нам замок. Ну, в этот раз у нее ничего не получилось. Поэтому мы с тобой здесь уже нормально себя чувствуем. Вызываем еще одного Терракошу. Тут у нас еще и Грифон. Нет, копейщица была бы имбовая, если бы она могла, например, уничтожать воздушные цели. Вот это было бы, да, имба. Хотя бы, например, кидала бы копье. А так как она просто наземные цели бьет, она... Ну, ни о чем. Серьезно говорю, вот то, что откидывает, да. Но шанс очень маленький отбросить. Посмотри, что у нас тут идет армия какая-то. Нет, Терракоши, конечно, меня радует. Я думаю, тебя тоже, да? Посмотри, что они творят. Просто разносят все налево и направо. И вот эта вот их способность превращаться в камень, поглощая весь урон, это, конечно, что-то с чем-то. Жалко, что мы с тобой отыграли этой командой. То есть энергии у нас больше нет, и мы взять ее пока не сможем. Так, давай смотреть, кто еще. Ну, здесь, в принципе, можно отыграть вот этой командой. В легкую причем. Или же взять вот эту. Это самая дорогая команда, я считаю. Вот это вот, самая дорогущая, друзья. Тут самый дешевый, это только вот у нас, ползун. Остальные, ну, приличные суммы. 250, вот это, например, Джаггернаут против... Ну что ты, ну, крестешка, вали ты нафиг. Ты достанешь уже. Так, здесь, конечно же, лучше всего нам взять с тобой некро. О, попали, ребята, по полной программе. Ты бич. Два крестьяшки отдуплились. Давай еще ползуна вызываем. Ползуна практически всегда надо вызывать, ребята. Он очень такое хорошее подспорье, так скажем. О, тихо, тихо, тихо. Тут же баллиста нужна. Я забыл совсем, что грифоны у него есть. Ай-яй-яй. Это моя промашка, ребята. Это моя промашка. Такого позволять нельзя. Ё-моё, что сейчас будет, друзья мои? Что сейчас будет? Я боюсь даже представить, что сейчас будет. Все. Просто распетрушили. Но согласись, это круто. Так, ну а мы с тобой двигаемся дальше. И у нас с тобой предпоследняя здесь миссия. Лучница прибавляется. Угу. Давай посмотрим, кто круче. Его лучница или же моя баллиста. Ну, я думаю, тут ответ очевиден. Так, пока никто не выходит, да? Все сидят по норам. Вышел паладин. Копейщица. Слушай, а что будет, если я не успею накопить, да? Хотел ножницы, но, видишь, вряд ли что-то получится.
Вызовем сейчас с тобой, знаешь что, баллисту. Баллиста очень неплохо, ребята, будет наносить урон. А если еще вот так сделаем, то вообще четенько все. Нормуль. Давай, ползун, беги. Еще одного джиггернаута позовем с тобой. И еще одного ползуна. Вообще круто. Просто круто, ребята. Так, лучница, давай, жарь. Они свою же убили. Так, ну что, давай, наверное, еще с тобой бросим клетку. И вызовем еще одного джиггернаута. Ну ты посмотри, как круто здесь все получается, ребят. Все. Разнесли замок в хламину. Так, ребята, а у нас, по-моему, последняя миссия здесь. И будет либо епископ, либо... Да. Мог быть король, но тут епископ. Слушай, ну что, переходим на свой имба-отряд. Нам этого отряда, в принципе, хватит с глазами пройти полностью от портала до портала. Сейчас мы с тобой здесь подкопим немножко манны. Ну, начнем по стандарту, да? Не будем здесь изобретать велосипед. Начинаем. Потом выпускаем Ронина, ну и так далее. Так, Ронин, надеюсь, ты выбежишь. Во, смотри, сколько он сейчас урона нанесет. Паладину, почти пол хп, ребята. Так, заморозочку делаем. Отлично, погнали. Давай вот так вот теперь. Оу, Феникс, ребята, вылетел. Вылетел и подбил, да? Ладно, опа, а вот и епископ, ребята, валим. Не понял. Ладно, мы его, конечно, завалили. Оу. Единственное, я не врубился, почему моя ульта, она же, когда убивает противника, начинает стрелять дальше. Или это красный только луч? Ладно, не будем заморачиваться. Здесь мы с тобой прошли и переходим на новую территорию. Так, смотрим, кто у нас тут. Эльфы, эльфы, это хорошо, ребята. Я все никак не могу их прокачать, если честно. Так, территория захватчиков. Страж плюс жаба с пушкой. Довольно серьезные противники. Потому что страж, он сам по себе очень жирный. А если я возьму вот эту команду? У нас, конечно, здесь стража нету. А по-моему, страж у меня даже не прокачан, ребята. По фулке, насколько я помню. Так, что бы мне здесь замутить? Вызвать, может быть, голема, прикрыть его ниндзей? Как лучше думаешь, а? Ну, давай так сделаем. Естественно, он выпускает стража. Естественно, ребята. О-о-о! Беда бедовая, ребята, идет. Так, ну, мы должны здесь, по-любому. Он еще и замораживает. Ага, ага, шикарно. Все, он проиграл эту схватку. Он проиграл, он дал мне преимущество. Давай, 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 бомби. Ну, очень жирный, конечно. Если стража еще сзади подхиливать, например, сзади него будет хил, да? То это вообще машина для убийства. Просто-напросто нам его не одолеть будет. Так, а вот здесь тритоши, ребята. Тритон дает дополнительную защиту бойцам. И при этом он может, по-моему, повесить отражение урона. По-моему, так. Ладно, мы пока с тобой на это внимание обращать не будем. У нас есть другие дела. 500 энергии мне нужно собрать. И все, ребят. В принципе, я чувствую себя уже неплохо. Я попробую сейчас вызвать. Успею ли я? По идее, я должен успеть. Давай, жарь. Теперь нужно прикрыть. Молния. Прекрасно. Отодвинем его чуть-чуть. Ой-ой-ой, ну это, конечно, имба, ребят. Тут все, тут уже ничего им не поможет. Ага, жаба не попала, да, под удар. Ну если богиня солнца выходит, то все. Тут пиши пропало. Тем более, когда она закрыта танками. Побед за нами. И это круто. Что-то как-то мы так с тобой сегодня легко идем и непринужденно. Мне это нравится, ребят.
Пока никакого напряга я не ощущаю. А вот здесь вот плохо, друзья мои. Здесь, видишь, бородавочник. Чем он плох, ребята? Он плох тем, что он может начать свой выход с разбега сразу же. То есть появляется, и он начинает бежать. А когда он бежит, он отталкивает всех моих юнитов назад. Поэтому с ним нужно быть поаккуратнее. И причем он очень сильно дамажит. Видишь, он здесь вышел обычно, а он может еще с разбега. Блин. Плохенько тут, кстати. Давай, 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 молотильщик. Молодец, красавчик. Уничтожил все-таки, да? На тебе. Вот эти мне молотильщики нравятся, ребят. Так, ну-ка. Пропиливай их. Но он дамажит очень сильно, конечно. Ну что, наверное, пора нам призывать друидочку, я думаю, да? Давай, наверное, так и сделаем с тобой. Пускай она выходит уже, в конце концов. А то засиделась красавица наша. Раньше, я помню, у нас игра ужасно лагала, когда она вызывала тотемы. Теперь все, ребята, это исправили. И игра даже не думает о том, чтобы лагануть. Единственное, что они тотемы до сих пор еще как бы, ну, не починили. От них, когда аура идет, она до сих пор идет, типа, пиксельная. Так, ну что же. Здесь мы с тобой тоже продавили нашего противника. И мы двигаемся на предпоследнюю миссию. Опачки. А у него, оказывается, хищнец есть. Это эпическая карта. С ней надо быть, ребята, очень аккуратным. Я, кстати, помню, если я не ошибаюсь, здесь сейчас будет он играть чисто на хищницах. Поэтому здесь нужно быть аккуратным. Не сфейлиться. Точно, именно это. То есть смотри, что мы с тобой делаем. Так, и вот так. Это старая комба. Сейчас он опять будет вызывать, и поэтому мы с тобой призываем кого? Подожди, а разве так должно было быть? Ну ладно. На, получил. И вот он так сейчас и будет, ребята. А, нет. Вышел страж. Вышел все-таки страж, друзья. Угу. Тогда похуже все. Давай так вот сделаем. Так, этот, как всегда, прыгает. Там паладин его встретит, этого хищница. Монетку отдай. Слушай, он запарил уже, а? Давай-ка ускоримся. Мы сейчас продавим просто-напросто. Все, ребята. Смотри, смотри, ничего здесь не поможет ему. Шикарно. Если ты считаешь, что я играю шикарненько, ребята, то можете поддержать лайкосиком. Мне приятно. Мне приятно это будет видеть. Ну что, а здесь у нас, как же его звать? Смотритель, я все забываю. Как его звать? Значит, там хотел гипнотизер или еще кто-то. Смотритель, конечно же. Ну и сюда я возьму свой имбовый отряд. Вот этот. И думаю, что мы здесь разнесем. Надеюсь на это. Без всяких проблем. Пока тишина, я тоже коплю, ребята, энергию я коплю. Опа, вот это, ребята, опасно. Смотри, смотри, что он делает, смотри. Вот для чего, ребята. Вот про это я тебе тогда и говорил. Ты видишь, какой он... Ох. Срочно, срочно, срочно. Ронин, ты красавчик. Ты красавчик, родина тебя не забудет. Ну, тут понятно, тут нам ничего, ребята, не светит. А хотя мы можем вот так вот сделать. Не помогло, да? Давай тогда вызовем прыгуна. Прыгуна. Так, тихо. Ой-ой-ой, друзья мои, сейчас можем сфейлиться. Нет, все хорошо, повезло нам. Я вообще-то хочу вызвать ведьму. А успеем ли мы вызвать с тобой? Успели. Блин, он вызвал все-таки смотрителя, друзья мои. Ну-ка, ульту. Что там творится, я не могу понять. Так, только бы ведьму он не взял под контроль, иначе будет трындец, ребят. Все, мы его уничтожили. Заморозка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, зомбики наши. У нас минута в запасе, я думаю, нам хватит здесь уничтожить врага. Ты
Тем более мы уже базу бомбим. Отлично. Да, этот поединок мне понравился. Смотритель, смотри-ка. Все-таки успел там, да, наших бойцов переманить на свою сторону и немножко здесь мне нервы помурыжить. Ну, а мы с тобой получаем лорда пустоты, 9 гемов и 10 карточек на базу сфера. Так, а у нас с тобой, по-моему, у нас две локации осталось, друзья. Территория роботов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зачем же я, ребята, взял сюда имба-отряд? Совсем забыл, заговорился. Ёлки ты палки, а. Вот это я лопухнулся, друзья мои. Вот это я лопухнулся, а. Да. Нежданчик, так скажем. Давай, выходи. Чумная летучая мышь. Дальше мы с тобой вызовем еще мага-рыцаря. Здесь Ронин что-то не хочет выбегать, я смотрю. Так, прекрасно. И разносим. Все, друзья мои. Ну вот то, что я потратил одну энергию, конечно, этому отряду, это... О, тихо, фу ты нафиг, я уже думал опять нажал в бой. Нет, давай-ка поменяем. Можно вот этот взять отряд. Да, и он, кстати, будет неплох здесь. Так, у него что, молотильщик есть, да? У нас есть голем. Так, успею ли я? Да должен, по идее, ребят. Давай, выходи. С двух плюшек он его уничтожит. Он вызывает БФГшку. Нам надо вызывать ниндзю. Угу. Мы тоже вызовем с тобой БФГ, а вот это вот плохо. Вот это было плохо, друзья мои. Ты понял, да, что он сделал? Так, молнию давай, может она нам поможет? Она нам помогает офигенно просто. Молния сейчас сыграла вообще нам на руку. Как нельзя хорошо, а. Так, молотильщик просто сдох. Даже не стал выпускать свою пилу. Я хочу, знаешь, что сделать? Я хочу призвать, наверное, богиню солнца. Да, наверное, так и сделаем с тобой. Давай, выходи. Молния. Ай-яй-яй, вот это было плохо. Это было больно. Так, она сейчас будет... богиня солнца будет прожарить вот этот участок. И в этот участок будут попадать враги. Ну и, соответственно, будут зажариваться просто-напросто. А у нашей богини солнца, смотри-ка, осталось очень мало здоровья. И это плохо. Если сейчас молотильщик выпустит свою пилу при смерти, это будет плохо. Надеюсь, этого не случится. Да, друзья мои, прошли. Ну и, по-моему, у нас с тобой последний здесь поединочек, да? А, какой последний? Чё это я? Третий всего лишь. Ну, здесь, кстати, вообще не сложно. Здесь бомбер. Ну, вот он только, наверное, будет мне мозги здесь выносить. Бомбер, и все. Поэтому давай, наверное, сделаем с тобой по старой схеме. Вызываем голема. И, наверное, сразу ниндзю. Хотя, нет, ниндзю не будем вызывать. Пока не будем. Пока не будем. Накопим, наверное, с тобой. Да давай так сделаем сейчас. Да, что-то у нас как-то тяжело там получается. Ну-ка. Так. Богиня солнца, ребята. Да, ну серьезно, что ли? А ну-ка. Давай. Я тоже вызову БФГ. Раз такая пляска пошла. Вызываем ураганчик. Ураганчик их всех к стенке поставил. Ну ты смотри, что мы делаем с тобой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, богиню солнца. Блин, он когда попадает по ней, он ее оглушает. Я имею в виду бомбер. Да что такое-то? Не можем никак тут... Опять он вылетел. Ну тут его быстро мы чекрыжили.
Все, под ускорением сейчас разобьем. Да, друзья мои. Отлично получилось. Так, и теперь у нас предпоследний этап, да, получается. Пока будем играть именно этим отрядом. Ага, хилбот. Хилбот будет сзади идти щитобота. Ну, то есть это старая схема. Старая, как их не мир. Я думаю, мы пробьем. Так, вот он идет. Ну, здесь, знаете что, вот здесь ниндзя очень хорошо против молотильщика работает, ребят. Вообще, вот видишь, лучше так сделать, чем получить все остальные урон. Это все было целенаправленно сделано, и я осознанно так сделал. Вот единственное, что вот это вот сейчас будет нервировать. Но у нас молния на подходе, поэтому... Да, мы его оглушили. Блин. Ё-моё. Стоп, ребята. Стоп, игра. Мне нужно уничтожить этого. Там еще один хилбот уже подтягивается. Так, отлично. Пока вроде хорошо проминаем. Давай. Есть, давим, просто давим. Так, монетку. Молнию. Так, вроде бы... Блин, да что ж такое-то? Нифига, это что у меня? Отряд весь разнесли. Это вот эти вот, ё-моё, это БФГхи, ребят. Это БФГхи, да, это именно они. Слушай-ка. Слушай, по-моему, мы сейчас тут с тобой встрянем по полной программе. Ах, у них еще и молотильщик. У них еще и молотильщик, ребят, оказывается. Ё-моё. Что-то тут пошло все не так. У него армия, он меня зажмет, ребят. Все, все, тут меня просто запрессовали. Ты посмотри, я ничего здесь не сделать не могу. Да, короче, тут проигрываем. Я ничего не смогу сделать, даже выйти не смогу, ребят. А знаешь почему все? Потому что я потерял преимущество перед этими. Перед хилботами. Вот и все. Нифига себе, ребят, вот это да. Вот это меня зажали. Трындец. Так, хорошо. Что мы с тобой можем тогда сделать? Да вот этот отряд я возьму и все, и порвем мы их. Этих хилботов просто из баллист расстреляем. Да, так и будет. Блин, а там же эти еще. Ё-моё, я совсем забываю про этих молотильщиков, блин. Совсем про них забываю. Ладно, фиг с ним. Поехали. Можно попробовать сейчас жнеца, в принципе, позвать даже. Жнец будет плодить армию. Так, подожди. Вот это вот мне не надо уже. Слишком тут их много. Давай, Джаггер, выходи. Ты видишь, да? Хилботы просто не успевают, ребята, ничего здесь сделать. Никакого отхила, ничего. И при этом мы еще достаем с тобой до БФГшек. Ой-ой-ой. Это, ребят, погибла баллиста. Ой, молотильщик такую штуку выпустил, свою пилу. На. Он там еще один, да? И опять он выпускает пилу, ты посмотри, а. Ну-ка. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ты представляешь? Да чтоб тебе, ты посмотри, что делает. Может, ты уже успокоишься, парень, а? Я офигеть, это что это такое вообще сейчас было? Да ну что за бред, а? Заморозка, я уже не знаю, что здесь, как здесь быть-то. Хилбот, хилбота, что ли, хиляет? Или что я не могу понять там? У нас 25 секунд. Как я тут, извини меня, выкручусь из этой ситуации?
По времени фейл, что ли, будет? Получается. Давай так сделаем, наверное. Да я не пройду, ребята, потому что по времени. Зашибись. Да, у нас с тобой проигрыш по времени, прикинь. Это второй фейл. Ладно, здесь ускоряемся, здесь уже базу мы ему промнем. Блин, ну это трындец. Просто трындец, ребят. Как быть-то? Нет, подожди, я с этим не закончил, парнем. Но имбовый отряд брать, я думаю, не стоит, ребят. Поехали. Попытаемся вот так вот. Я знаю, что друидка нам здесь поможет очень сильно. Своими тотемами. Но опять же, молотильщик у них, понимаешь? Хотя у нас здесь есть всадник на журавле. Он нам поможет. Всадник на журавле нам здесь поможет. Но... Эй! По базе попали? А, нам, в принципе, по барабану, что по базе попали или не попали. У нас с тобой совсем по-другому сюда, а? Да что тут творится-то, не пойму я. Совсем просто достали, а? Ну-ка, вот. Теперь они пускай познают мощь этой пилы. Давай друидку позовем на помощь, и все, ребят. Сейчас только она вот сюда подойдет, поближе, и начнется веселье. Да, в принципе, даже не нужно ее было звать, тут уже мы победим. Да. Она сейчас тотемы набросает туда, и все. Они будут и дамажить, и ускорять. Блин, надо было сразу брать этот отряд, и все, и не париться. Нет, вот я решил там что-то повыпендриваться. Ну, ты повыпендривался. Два фейла сделали с тобой. Ну что, у нас с тобой последний отряд. Здесь, я думаю, ребята, я оставлю, наверное, вот этот же отрядик, потому что босс... Вот ты видишь, кто у нас здесь босс. Ядерный робот. Мне территория нравится, на которой они здесь находятся. Ядерный завод, да, реакторы, вся фигня. В общем, грязь полная. Вышел хламон, идет. Сразу же, ты заметь, он сразу же выходит вместе с этим. Здесь вот так надо делать. Чтобы пробивать их. Вот, видишь? Он сам себя не лечит, поэтому получает по полной программе. Друидушка, естественно. О, как красиво, как хорошо. Успеть нам нужно с тобой до появления робота. Потому что если он выйдет, он начнет идти, ребята, и... Это лишний геморрой для нас. Так, десница короля. Я завершил квест, что-то я такого не помню, что у меня хоть раз было такое задание. Десница короля. Ага, а он вышел. Ребята, а он вышел. Смотри. Ёлки ты палки. Мы его еще и напугали. Все, ребята, он потерял преимущество над нами. Мы его здесь распетрушим сейчас. Сейчас молотильщики все напрягутся, а друидка еще, видишь, отходит, отступает. Вот и все, вот он и сдулся. Таким еще звуком. Все, и мы с собой уничтожаем базу. Отлично. Так-с, давай заберем с тобой здесь квест. Так, проведи игры с отрядом Б5. Посмотри три видео. Лежебока. Охотник за карточками. Посетим магазин сокровищ. Это какой? Что за магазин сокровищ? Вот это, наверное. Да. Так, 326. Блин, ну когда же я куплю себе этот эпический сундук, а? Когда же я накоплю? Так, проведи 5 игр отрядом Б. Отрядом Б это каким именно? А, вот этим. Ну, в принципе, скоро проведем.
Ну что, мы с тобой переходим на новую локацию. Нормально так. Это у нас территория подданных. Ага. Бродяга плюс рыцарь. Так, секунду, давай подумаем. Бродяга плюс рыцарь. Ну тут как-то я даже не знаю. По идее вот этот отряд здесь хорошо заходит. Потому что бродяга, ну сам знаешь, уходит в инвиз. И дамажит он не кисло. Поэтому, наверное, мы будем с тобой именно этим отрядом играть. Вызовем с тобой вначале этого щитобота. А вот и бродяга, ребята, идет. Вот он, бродяга, идет. Сейчас он в инвиз уходит. Здесь он проявляется. Но здесь мы уже вызываем с тобой паладина. Окей. Но он сейчас все равно будет вызывать своих бродяг постоянно. Поэтому надо быть наготове, ребят. Вон он идет. Вон он, бродяга, идет. Мы его забомбили, что ли, там? Точно? Круто. Мы забомбили бродягу. Но он опять будет выпускать его, естественно. Вон он там идет уже, вижу я его. Силуэт, трафарет. Но мне кажется, он не успеет ничего сделать, потому что мы базу быстрее разнесем ему. Да? Разнесем, ребята? Конечно, разнесем. Продолжаем. Продолжаем очередные поединки. И давай посмотрим, кто здесь прибавляется у них. Крестьянин. Твою же налево. Ну давай попробуй этим отрядом за счет ползуна контрить крестьян. Это, конечно, не самый лучший вариант. А другого варианта у меня пока нету. Вызвать джиггернаута? А успею ли я? Фигушки там, я успею. О, все, ребята. Нанес все-таки повреждение. Все, ускоряемся, ребят. Ускоряемся. Потому что уже получили повреждение. А как же тогда нам там сделать поэффективнее? Давай подумаем, что мы с тобой можем там замутить. Нам нужны с тобой хорошие юниты. Довольно сильные и дешевые. Этот отряд, ну, получается, не успевает, да? Этот. Ну, блин, он дорого тоже стоит, ребят. Я, наверное, все-таки склоняюсь вот к этому. Так, квест завершен, тактик. Здесь все очень хорошо и красиво, ребят. Здесь выходит у нас Ронин. Вот так вот он делает. Дальше мы с тобой... Эй-эй-эй-эй-эй! Да блин! Все, справился. Я же думал сейчас... Твою же налево, бродяга! Есть, фу ты. Пугает меня просто вообще. Почем зря. Прыгун, выходи. Нет, 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 бродяга, ты не дойдешь. Ты не успеешь. Ну что, отлично. Ну, потратили энергию, конечно, я не спорю, ребят, но... Так, здесь мы с тобой забираем еще 3 гема. Ну и двигаемся дальше. Так, третья миссия. Маг. Здесь у них прибавляется. Ну, здесь, в принципе, расстояние уже немножко подлиннее будет, да, между замками. Поэтому этот отряд уже, в принципе, должен сработать. По-моему, крестьянина у них здесь нету. Да? А раз нет крестьянина, значит, я что хочу, то и делаю. Блин. У них зато есть бродяга. Ну, трындец, ребята, ну... Ну чё, ускоряемся, чё? Все, получили урон. Такая вот беда у нас приключилась. Блин, ну так нормально начинали игру. И вот всегда вот как это вот начинается, вот эти вот проблемы у нас. Он еще там что-то выпендривается, а? Опять придется переигрывать, друзья. Опять придется переигрывать. Ну, а что я могу сделать? Энергия кончается. Не надо мне следующий этап.
Это все из-за бродяги. Я не успел его проконтрить. Вот и все, ребят. Сейчас попробуем немножко по-другому переиграть. Так, вызываем, наверное, Джаггернаута с тобой для начала. Вот сейчас главное не забыть, когда он появится, нажать. Вот так. Вот так надо было сделать изначально. Но я что-то растерялся и сделал совсем не то, что нужно. Ты хорош там уже, а? Маг кислых щей. Буянит он мне. Давай, давай, бродяга, появись. Появился и уничтожили мы его. Фух. Ползуна, по возможности, надо постоянно выпускать, чтобы он ехал по дорожке этой. Если кто-то появится ему, он сразу его атаковал, в стан вгонял и так далее. Ну, я думаю, тут все и так понятно. Все. Прекрасно. Ну что, друзья мои, вот теперь можно переходить на предпоследний этап. У нас с тобой энергии нету. А здесь у нас жрица открывается. Так, энергия только на этом отряде. Ёлки ты палки, только на одном отряде у нас. Угу. Ну что, если в принципе у нас пойдет Терракоша, его может обойти только лишь бродяга. По идее, да? Да. О, вот вы что сделали, да? Понял я вашу задумочку. Нам здесь поможет вот еще кто. Так, и ожидаем бродягу, потому что он должен пойти. Рано или поздно. Мы сделаем с тобой еще вот так вот. Выпустим корни, бродяга здесь застрянет. Он долго будет пробираться. И мы его завалим, по идее. Да. Он погиб в этих кустарниках. Так. Замечательно. Может быть, деда позвать? Что скажешь? Да, я, пожалуй, сейчас дедка позову. Он уже тут доделает все ремонтные, так сказать, работы. Смотри, смотри, смотри. Две жрицы отхиливают там. Смотри, как жестко хиляют. Они не знают, что тут дедушка идет. Old school. На. Спать, я тебе сказал. Смотри, смотри, что делает. Да и лежи ты, я тебе сказал. Все. Он подошел к замку, ребята, это пиши пропало. Все. Тут шансов на спасение нету. Еще и корни призвали мы. Хороший расколбас. Вот здесь, скорее всего, будет босс-король. Ну, а король, как мы знаем, не может атаковать воздушные цели, что огромный-огромный минус для него. Ну, а у нас есть отряд. Где он? Вот этот вот, имбовый. С чумной мышью, все как полагается. Мы обычно с тобой так сейчас ушатываем замки, что даже не видим боссов. Вот я еще удивлен, что сегодня мы увидели с тобой ядерного робота. Он успел все-таки вылезти, показать свою мордашку. Упс. Так, а что, разве так должно быть? Ну ладно. Будем его ловить. Все, парень? Деловой такой, да? Опять идут. Так, погоди. Давай, Ронин. Красиво. О, еще и ураганчик. Все, крышка. Крышка, ребята, врагу. Я тебе говорю, что король даже носа не высунул. Последние 5 или 6 игр мы его даже не видели. Как он выглядит. Ну что же, я забираю награду. И здесь у нас выпадает... О, я все хочу, ребята, этих крестьян прокачать. Смотри-ка, ведьма. Да, пряничный домик. И следующий портал. Квест завершен, искатель. Представляешь? Мы еще заберем с тобой гемы. Вот так вот.
У нас, по-моему, даже еще энергия где-то сохранилась, насколько я помню. Да, вот здесь есть одна энергия, поэтому идем. Ребят, здесь, кстати, у нас нефритовая долина. Территория захватчиков. Территория мертвых. Это опять нефритовая долина. И территория... Подожди, у нас еще две захватчиков и... Прикинь, тут две территории захватчиков, две территории нефритовой долины и одна территория нежити. Такого, кстати, давно не было, чтобы два раза повторялась одна и та же фракция. Ха. Ладно, давай посмотрим. У него, кстати, дорогие юниты, ну не считай самурая. Блин, у него этот, елки-палки, нефритовый солдат. Ой, терракоша. Конечно, терракоша, о чем я? Какой нефритовый солдат? Ты же придумал уже тут. Давай. Так, без истерики, главное, чтобы. Вот он вышел. Окей. Ураганчик. Молния. Ну это просто везение какое-то. Такое, ребята, редко. Еще и заморозка. Ха. Он всю истерику просто просидел в морозе почти. Найс, мне нравится. Мне нравится. О, блин, что-то зачистил он. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай, родные мои. Давай еще ниндзю одного позовем. Опять плакать, а, начал. Да что ты будешь делать-то, а? Одного за другим вызывает. Вот это вот мне нравится, когда он поглощает урон. Ну, все. Разнесли замок врагу. Ну и давай посмотрим, есть у нас с тобой еще что-нибудь в запасе. Может быть, где-то энергия появилась. К сожалению, нет, друзья мои. Но все равно давно такого не было, чтобы мы с тобой от портала к порталу сыграли. И еще одну миссию хотя бы нового портала. Это вот в первый раз такое. Ну что, дорогие друзья, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.